Всем привет, дорогие друзья. С вами я, мистер Оаким. Знаете, у меня довольно слабый, блядь, желудок. Меня может дрестать, по сути, от любой еды. Меня может дрестануть дико, если вода из-под крана, блядь. Но знаете, мне никогда не было плохо после Макдональдса, да, который благополучно закрыли. То есть какая бы там ни была, блядь, вредная, жирная, острая, соленая, блядь, сладкая пища, я никогда не дрестал после Мака. Сегодня в 4 часа вечера я поел во вкусные точки, блядь. Блядь, я прямо сейчас, ну, как бы я продрестался, еще не встал с туалета, я записываю видос. Не постановлен, блядь. У меня маска со мной, потому что я просто в ней сейчас шел гулять, меня приспичило срать, я прибежал домой, блядь. Да, ебать, у меня волосы растрепаны. В общем, я один раз поел во вкусные точки. Я не ел что-то реально жесткое. Я взял цезарь ровно, то есть что там, типа лаваш, мазик, салат, блядь, сыр, курица, нихуя там не будет больше. Знаете, такая микрошаурма, но из вкусной точки, да, блядь, из Макдональдса, блядь. А, я поел, да, и, ну, как раз примерно период переваривания, там, от 3 до 6, блядь, часов прошел. И я, блядь, сижу, дрыщу. Мне пиздец крутило живот. Прямо сейчас у меня пиздец горит жопа, блядь. Я ебал, нахуй. Короче, блядь, никогда в жизни, блядь, не заходите во вкусную точку, блядь. Верните нам Макдональдс, блядь. Я не хочу железный занавес в нашей стране, блядь. Все, всем спасибо большое, блядь. Всем спасибо за просмотр. Блядь, реально, никогда, нахуй, не ешьте в этой хуйне, пиздец. Я в жизни так не дрестал, блядь. В смысле, блядь, ну, от шаурмы я не дрещу. Я реально дрещу, вот, то есть, блядь, я, нахуй, в трусах, блядь, сижу. Мне реально хуёво, блядь. Все, блядь, короче, я советую вам, да, во вкусные точки никогда не ешьте. Всем спасибо, всем пока-пока.